Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу нашему Спасителю, Господу и Богу! Дорогие друзья, я всех вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. И хочу в сегодняшнем таком обращении поговорить о предстоящем празднике Успения. Дорогие друзья, пожалуйста, если вы традиционно православные или католики, и вы молитесь Богородице, пожалуйста, не молитесь ей. Пожалуйста, молитесь Господу Иисусу, не умершему кому-то, но живому посреднику, ходатаю Нового Завета, и живому нашему Господу и Спасителю. Я почему об этом хочу говорить? Потому что сам, как бывший традиционный православный священнослужитель, я сейчас обновленец, реформатор, знаете ли, и как обновленческий священнослужитель, как реформатор православной церкви, я говорю много о реформации, о том, что необходимо нам обновление, что церкви необходима на самом деле жизнь, что мы не дохлая, но живая церковь, что мы не отстоим, что мы не под грехом, но что мы с Богом на небесах сейчас должны быть, на самом деле, что мы во Христе Иисусе должны быть, а не под дьяволом, знаете ли. Я был сам когда-то священником традиционной православной церкви, я был священнослужителем, и больше того, с 1988 года, кто знает мою историю, я об этом часто рассказываю в церквях, вот, и в сетях выступая, я говорю, я делюсь этим, потому что я хочу прославить моего Спасителя Иисуса Христа, и этим свидетельством я хочу еще раз просто ударить в голову дьяволу и прославить моего Спасителя Иисуса. И я, бывший священник традиционной православной русской церкви, с 88 года начал свое служение. Я читал, пел в храме в то время «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» и прочее. Я читал, пел так. И, знаете ли, однажды Бог меня помиловал, слава Иисусу, Он меня помиловал, и я Бога благодарю за то. С 91 по 96 год я служил священником русской православной церкви, но в 96 году меня осенило, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос. Как, я говорил в себе, как это может быть? Я привык молиться Богородице, другим умершим святым. Я привык молиться тому, сему, пятому, десятому, и их же не с числа. Я привык молиться, и я привык даже пользоваться такими книжечками, знаете ли, подручными пособиями, такими, как вот я их называю сегодня, пособие начинающего многобожника. Я говорил, кому, какому святому, в какой нужде мне молиться. Знаете ли, если болит голова тому-то святому, если болит нога такому-то святому, с глазами плохо, другому святому, в семье проблема, бардак, третьим святым, там, пятым, десятым святым, знаете ли, и это так доставало меня уже, знаете ли, потом пришло великое облегчение, знаете ли, сегодня я не ломаю голову над этим вопросом, глупым вопросом, совершенно никчемным, не христианским, даже скажу, антихристианским вопросом. Сегодня я знаю, кому молиться, сегодня я вставаю, рано проснувшись, я не думал, а кому я помолюсь, Николаю Угодничку, или Ксении Петербургской, или Серафиму Саровскому, но я уже давно так не думаю. Я просыпаюсь, я сразу говорю: Господь, я благодарю Тебя. Иисус, я знаю, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, только Иисус Христос. И это так просто, это так хорошо, это так приятно, это так благословенно. Я знаю, в кого уверовал, я знаю, кто мой Спаситель, и Он живой Бог. И если вы еще молитесь, может быть, вы молились до этой программы, молились Богородице, Матери Иисуса Христа, называю ее Богородицей, молились другим умершим святым, то, пожалуйста, я просто умоляю вас, оставьте это нечестие, оставьте, это нечестие, на самом деле, это грех, я скажу так, это грех, который на вас сейчас, но Бог, Он простил меня, Он простит и вас, Бог, Он помиловал мою душу грешную, и Он простит и вас, обязательно простит, главное, попросите прощения, скажите: Бог, прости меня, что я молился Богородице, прости меня, что молился другим умершим святым, прости меня, что молился ангелам, полагая, что они меня спасают, полагая, что, значит, они за меня там помолятся пред Богом, где-то как-то там попросят за меня. Ерунда все это, абсолютная ложь и неправда. Знаете ли, пора снимать эти религиозную лапшу эту с наших ушей. Пора на самом деле распрощаться с этой ложью и сказать нет, категорическое христианское нет, знаете ли, этой религиозной ложной пропаганде. Потому что на самом деле, знаете ли, это мракобесие религиозное, оно до сих пор, к сожалению, заполняет умы и сердца миллионов наших сограждан. Но, господа, не должно так быть. Должно Иисусу Христу всю славу воздавать, и должно Ему поклоняться, Ему служить. И Богу да будет вся слава и хвала. Я Бога благодарю и благословляю всех вас, дорогие друзья, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Аминь.